общества охраны памятников истории и культуры, о которых, может быть, некоторые школьники и не знают, что такое есть общество. Да, ВАПИК, так называемое. Я когда слышу слово ВАПИК, у меня, я сразу вспоминаю КУАП, КУАП, КУАП. Детские передачи, может быть, слышали, да, такую передачу. И поэтому не все знают. Но хорошо, что вы сегодня прибыли, потому что у нас очень интересная сегодня повестка, как раз связанная с вашим родным городом. И у нас сегодня будет разговор о нем. Но прежде чем начать, а в повестке у нас сегодня вот такие вопросы стоят, это новые Высоковские, новые документы, с которыми нас познакомит Борис Васильевич Феофанов. Ну, а затем у нас выступит автор вот уже подготовленного материала, макета, книги. Как раз очень такая будет своеобразная книжка, очень интересная книжка, которая будет связана с созданием Высоковской фабрики. И книжка будет у нас называться «Это дело высоковских ткачей». О, какая книга! Ну, эта книга, конечно, ее надо читать вдумчиво. Но я думаю, вкратце о ней расскажет автор, который у нас присутствует, вот Татьяна Ивановна Кочеткова. Она уже просматривает свои там записи и так далее. Она будет выступать. Но я хотел бы начать сегодняшнее выступление именно с тем, что мы отмечаем ежегодно. Это 15-16 декабря, 15 декабря освобождение Клина от немецко-фашистских захватчиков. 41-й год, декабрь 41-го года. Зима, война, снега кружились, невзирая на черед, смерть днем и ночью. Суетилась в тот страшный 41-й год. И будет сниться Подмосковью, что мир запомнил на века, как истекая в битве кровью Москву закрыли от врага. На территории Клинского района много памятников воинской славы, более 30, да, и бои были очень серьезные, очень такие злые бои, жесткие бои, как раз и в районе Высоковска, и тех селений, которые входили в состав Высоковского района. Потому что в тот период существовало два района. Клинский район и Высоковский район. По-моему, с 40-го, я запутаю, или 39-го года. В 39-м году, по-моему, поселок Высоковск стал. 40-й год. 40-м, да? 40-м. А в 39-м появился Высоковский район. Вот, 39-м году Высоковский район. Правда, он существовал недолго, и где-то в 50-х годах снова все вернулось. И стал существовать один большой Клинский район. И вот на территории Высоковского района действовали партизанские отряды, о чем говорит вот те мемориальные доски, одна из которых говорит о том, что здесь была создана одна, здесь были как раз призваны те, кто оставили. Проходите, да. В состав ополчения вошли. Но это отдельная тема. Вот у нас сегодня присутствует вот Борис, он как раз хорошо знает эту тему. Если можете потом, минут 7, вы сможете дать информацию? Ну, знаете, это не я. Да, ну ладно. Лариса приедет, Лариса, она у нас на подъезде, она стремится сюда. Она как в 41-м году, значит, бежит, стремится и так далее. Позвонила мне, я уже подъезжаю, я говорю, а где вы? Она говорит, я уже в Химках. Ну, а в Химках это далековато, конечно, у нас будет часов 12. Да. Ну, и если говорить, то здесь же, на Высоком, как раз под Воздвиженском, была создана партизанская база целого района северо-западной части Подмосковья. Ну и вы, может быть, кто-то вот из школьников, наверное, и был на этой партизанской базе, потому что там, в общем-то, такой музейный объект. И вот Борис Васильевич там... Пенсионеры были. Да, Галина, да. Вы чуть-чуть, вот буквально коснетесь мне сейчас, вот чуть-чуть расскажете, потому что я давно не был. Кто-то из вас, кто? Чуть-чуть о том, какая у вас база, да? Вот. Ну, а если говорить о тех боях, которые здесь шли, то бои были очень жестокие, тем более, что в составе немецких частей принимали участие и многие сателлиты, в том числе белофины. И когда начинаешь спрашивать очевидцев, а еще есть очевидцы, которые помнят это, хотя им уже очень-очень много лет, то
они как раз и делятся своими впечатлениями о том периоде Великой Отечественной войны. Я вам скажу, что это действительно были бои не на жизнь, а на смерть. Потому что давайте представим себе, немножечко отойдем от этих цифр всех, а представим себе, а что бы было, если бы Москву отдали бы немцам, да, или Петербург, ну тогда Ленинград, Ленинград. Об этом была даже разработана директива в штабе гитлеровской армии еще до войны, до нападения. Да. И в этой директиве говорилось так, что в случае захвата Москвы город должен быть окружен так, чтобы ни один советский солдат, ни один житель, будь то мужчина, женщина или ребенок, не мог его покинуть. Всякую попытку выхода подавлять силой, произвести необходимые работы, чтобы Москва и ее окрестности были залиты водой с помощью огромных сооружений. Там, где стоит Москва, возникнет море, которое навсегда скроет от человечества столицу русского государства. Представляете? Вот иногда смотрим фильмы, да, но все равно мы смотрим и в какой-то степени иногда вот так, даже иногда бывает с улыбкой. Но это действительно, это было страшное время. И если бы, не дай бог, это случилось бы, то мы бы с вами, во-первых, вот молодежь не появились на свете. Я беру и себя, потому что, хотя я и родился до 4 дня войны, но я, когда меня мама несла в Шипурино из Клина в этот период времени, я ничего, конечно, не понимал, не соображал, но, во всяком случае, будущее, если бы немцы вошли бы, было бы очень-очень плачевно. Те, кто остался, они просто были бы рабами. Но это была бы небольшая часть, и это была бы гибель государства, и русский народ очень и очень бы серьезно поступал, очень, да. Тут уж даже нельзя говорить о татаро-монголах, о других, да. Это ужасная была война, и она закончилась нашей победой. И вот каждый год мы отмечаем вот этот, знаете, вот такой, как говорится, праздник со слезами на глазах. И когда мы говорим о нем, да, уже сейчас практически уже не осталось фронтовиков. Если остались, ну, 1-2, а так практически нет. И только мы ориентируемся на воспоминания. Хорошо, что есть библиотеки, хорошо, что мы можем взять книги, сохранились документальные фильмы. Смотрите, познавайте, мотайте на ус и всегда вспоминайте то, вспоминайте своих прародителей, которые защищали и спасли нашу страну. Ну вот так я вкратце буквально прошелся по этому. И, Галь, прошу тебя, чуть-чуть, или Борис, вот об этой базе, да, партизанской. Ты не готов, ну, я бы вам фотографии вы же там были. Не один раз. Да, вы же там были. Вот чуть-чуть. На 9 мая я со своими друзьями-пенсионерами, мы решили поехать. То есть мы доезжаем до Александрова на машинах, и там шли как бы пешочком с палочками, вот, которые любители скандинавской ходьбы. Вот, с нами был наш любимый Василий Кузьмин, к счастью. Вот. Но мы пришли к чему? Мы пришли к этому партизанскому вот, как бы лагерю, уже который был в таком положении, очень плачевном. На нем была табличка «Шефство 15-й гимназии», но когда это было, не знаю. После этого шефства уже давно все развалилось. Мы полазили по вот этой самой землянке, сам бревна, все навал. Василий все это отснял, я про что говорю, вот, и все это выложил. Ну, мы там флаги повесили, все как бы хорошо, посмотрели, выложил средства массовой информации. И то ли это случайно, то ли это как бы кто-то прочитал. Через неделю Алена Дмитриевна со своими меценатами, свитой туда поехала. Вот как-то это совпало, я думаю, Василий. Вот. И поехала с теми, кто может это все восстановить. И они восстановили. А, ну вот, наши матрешки. Это уже восстановленные, да, по-моему? Да, это уже. Да. Да, восстановили настолько, что уже можно в землянку зайти, посидеть, пообщаться. Там все чисто, сухо, красиво. Восстановили вот этот очаг, где можно посидеть у костра. Вот. И мы очень благодарны, то, что Алена Дмитриевна вот так вот теперь можно туда
пожалуйста, молодежь, обращайтесь, мы вас свезем, покажем. Потому что туда доехать на машине сложно. А идти 2 километра всего. Полтора или 2 километра? 2,5 километра. То есть вот бабульчики наши дошли, по 80 лет которым все дошли, все нормально. Я думаю, молодежь тоже дойдет. Вот, пожалуйста, будет сухо, да и не сухо. Мне кажется, и сейчас можно зимой дойти. Вот. А партизаны, ну, сколько они там подорвали мостов, сколько они там чего-то сожгли, у меня этих цифр нету. Но они есть, они у нас есть. То есть они не просто сидели, как многие говорят, там отсиживались здесь землянки. Они все-таки что-то, какую-то деятельность делают. Вот. И я думала, что Олег Прохорович нам расскажет, так как в этом списке фамилии его отца. Но он сказал, что это ошибка, да? То есть его отец в партизанах не был. Он приехал в 42-м конце. Ну, я думаю, что подробно что-то более, может быть, 9 мая мы подготовимся, покажем вам более интересные. Вот. Спасибо, спасибо, да, вот так немножечко мы просто быстро, верно, да. И теперь переходим уже к нашему основному первому вопросу. Борис Васильевич, вам слово, что у вас нового по истории города Высоцкого? Я вам хочу рассказать, ребята, о нашем городе Высоцке, как он зародился, как он рос и как он дошел до такого состояния, как сейчас. А сзади мы видим фотографии фабрики. Это не начальная фабрика, это фотографии 1894 года. Уже фабрика стояла где-то лет 30. Она уже достроена, не двухэтажная, там и приятель у всех есть. Кто основатель этой фабрики? Ну, вы, наверное, знаете, да? Основатели фабрики — это Кашаев Григорий Лаврентьевич и Васильев Иван Васильевич. Они давно были, при социализме они давно были забыты. И никто не знал, что есть такие люди. Фабрику у нас, как кого не спросишь, организовал Владыкин фабрику организовал, да? Ребята все говорили. И вот это, такое было воспитание у нас. Ну, что ж. Интересно, мне было интересно, кто же такой Кашаев Григорий Лаврентьевич. Я приходил в библиотеку сюда, раньше был Юрьевич, была директор библиотеки Любовь Алексеевна, да? Ольга Алексеевна была. Хороший человек, она занималась историей. Она рассказывала, что есть на Островецком кладбище есть памятники. Памятник основателям этой фабрики, города Высоцкого. Но я поехал, посмотрел, несколько раз ездил, посмотрел. Координаты не сходят. Кашаев Иван Никитич. А основатель Кашаев Григорий Лаврентьевич. Ходил. Как же так? Совершенно не сходятся цифры и время. Ну, искал очень много искал. Кладбище Староверское было заросшее, бугры, пни и прочее. Искали. Потом нашли один бугор, нашли мы с Катериной Валерьевной, нашли, вызвали, пригласили ребят. Ребята помогли поднять, и мы увидели, что там действительно написано, что основатель нашей фабрики Кашаев Григорий Лаврентьевич. Тогда мы его подняли, перевернули, начали уже ухаживать. Впоследствии мы с этим памятником сделали мемориал, но мы все время забываем, Кашаев Григорий Лаврентьевич, но он не один создавал фабрику, ребята. Есть еще Васильев Иван Васильевич, совершенно забытый человек, ни фотографий, ничего нет. Но без него бы нашего города тоже не существовало. Да, вот он Кашаев, и вот это его племянник. А там у нас встреча какая-то. Мемориал покажи, пожалуйста. А, вот, и мы там создали мемориал. Вот это вот Кашаев Григорий Лаврентьевич, это памятник Васильева Ивана Васильевича. Это родители Кашаева. Лаврентия Ивановича и мать его. Так, следующий, давайте. Так, ну ладно. Да, значит, Кашаев и Васильевич, когда у них сгорела деревянная фабрика в 1976 году, решили построить каменную фабрику на левом берегу нашей речки Вяж. И они ее построили, значит, построили два этажа, двухэтажная была фабрика.
получили разрешение. Где у нас разрешение, девочка? Вот разрешение. Да, вот это. Писали, получили разрешение от губернатора Московской губернии на строительство этой фабрики. А кто получил разрешение? Кашаев и Васильев. Разрешение. Август 1876 год. И с этого началось все уже остальное строительство. И с этого момента мы считаем, что город наш зародился не в 40-м году, а в августе 1876 года, когда появился вот этот документ, когда было разрешение. Юрий, покажи, что это. Сразу же, как получили разрешение, началось строительство. Это первая фабрика, двухэтажная. А вот это сразу началось строиться первое здание, первая казарма. Двухэтажная тоже она была. Это контора. Это август 1876 год. Мы все время говорим, какое основание города. Вот именно с этой даты мы это считаем. Значит, Васильев и Кашаев, построив фабрику, работали где-то год целый работали, построили фабрику, но было положение очень тяжелое, денег не хватало. Решили обратиться к этому. Григорий Владимирович решил обратиться к своему племяннику Ивану Никитичу, который работал в Волжско-Приморском банке. И он отозвался, получал хорошую зарплату, но он отозвался, приехал сюда, в Высоковск, помогать строить фабрику. Хотя мог, у него был оклад там в 10 раз выше, чем здесь он получал. И вот он приехал и говорит: ребята, то есть это, ну я говорю, попроще. Нам это не одолеть. Нужно пригласить инвесторов, иностранцев сюда. То есть нам не одолеть эту фабрику. Мы погибнем. И вот он начал, обратился к своим друзьям по Москве. Роберту Могилу. У нас нет этой фотографии, да? Могилы, вот они. Да. Вот. Да, обратился к своему другу Роберту Могилу. Но Роберт отказался. Говорит: Иван, я не пойду к вам, потому что я чувствую, дело безнадежное. Но я вам дам своего, как там? Компаньона. Дам брата своей жены, Джей Могилу, Карла Гёсте. Дам ему 60 тысяч денег. И посмотрю, как у вас пойдет дело, не пойдет. Да, первый у нас это инвестор был, Карл Гёсте. Что такое инвестор, вы знаете, вложил деньги на фабрику и начал работать. Когда дело пошло нормально, Роберт уже вступил сам со своим огромным паем. Впоследствии вступили в этот пай и в этот, как у нас называется? Товарищество высокой мануфактуры. Да, товарищество высокой мануфактуры. Уже вошли впоследствии Роберт Могил, потом вошли, значит, Проля, вот там Проля, Кноп. Ну, Скипер это директор был фабрики. Проля вложился деньгами, а Кноп, немец, он вложился станками, проектами и прочим. То есть деньги он ни копейки не вкладывал. Все делалось по английскому проекту, по его. Даже вот эти кто был в фабрике на первом этаже, чугунные столбы, это все еще его произведение, Кнопа. Такие чугунные столбы. Ну давайте следующий кадр, мы не будем много задерживать. Да, ну, мы будем говорить о том, что, значит, у Ивана Никитича, у Кашаева были друзья. Когда мы ходим на Сыроверское кладбище, там его захоронены друзья Григорьев, это были в составе фабрики, Григорьев, Гурьев, Гусев. Ну, Гурьев чем славится? Он проделал дорогу от Высоковска до Санькова, до торфоразработок. А Гусев славится, кто знает, постарше Гусевка была, катались с горы Гусевка. Так, Олег Прохович? Да, вот это все друзья. Так, вот мы с вами видим фотографию. Это фотография на втором этаже, картина, как это фамилия-то? Художник-архитектора. Кистер, да, картина Кистера. Это автор, первый автор памятника Владимиру Чуренину, который вот находится у фабрики. Это самый первый памятник Московской области, Московской губернии. Одиннадцать лет.
Один из первых, да. Которому на следующий год будет 100 лет, этому памятнику. Вот в таком виде он будет стоять. Это опять картина. Юля, опять картина. Города. Вот мы с вами видим картину города. Это 1934 год. Здесь мы видим фабрику уже. Здесь мы видим, что мы видим? 8 казарм. Вот одна из первых, которая была построена. Вот она. 2 этажа было всего. Потом уже настраивалось. И получилось 4. Вот Олег у нас спрашивает, что это такое фотография? Вот он стадион за клубом. А вот твой, то, что ты видишь это на фотографии. Это здание, да, там? А какой это год? 34-й. Ну, ориентируйся. 930. Стадион-то еще там тоже нашего не было хоть? Да. Нет, за клубом был стадион. Нашего стадиона. А нашего не было. Нет, я говорю, это... А какого же года? 40-го. Нет, погодите, а в 38-м играли? Турки приезжали к нам, играть турецкой. Слушай, понимаете, Олег, не надо спорить. Это картина 1934 года. Я спрашиваю, а стадион новый, в 36-м году, через 2 года. 40-го. Который сюда вот перешел, где сейчас. А это 34-го года. Это остался стадион, который строили англичане, который строил Жень Бангил. Это футбольное поле и 2 теннисных корта там. Соляри. А вот видно ее, вот это первая школа видно. Вы ориентируйтесь на нее. Первая школа была в 1930 году построена. Давай что-то училище. Вот наша Жень Бангил, англичанка, о которой мы все время раньше говорим, город это маленький Париж. Никакой это не маленький Париж. Французы здесь и ноги не было в этом городе. Город отстроили шотландцы. И никакого маленького Парижа не было. У нас маленький Париж. И Париж. Куда он Париж-то? Вот училище, которое построил Жень Бангил, ну, классное училище. В этом училище учился нарком Сталина Зверев Арсений Григорьевич. А что такое нарком, вы знаете, да? Министр финансов, наш земляк. Ну вот, да, вот то, что Жень Бангил построил в честь, когда умер Роберт умер в 93-м, а в 96-м построили вот этот, она в честь него построила, в честь своего супруга. Давайте вот его тогда, да? А вот смотрите, у нас, мы говорим, что это не город, не город, это был город. На въезде в городе стояли два льва. Один, вот это левый лев, когда въезжаете, это слева. А еще такой же был справа лев. Это говорит о Сивле, что это большой город. Это не село, а город был. А мы все время говорим село, село. Село это когда 60% населения занимались сельским хозяйством. У нас 90% занималось только промышленным производством. А мы все говорим, что это не город. Не город. И нам поставили в 40-м году. 1876 год основания города. Да, об этом где написано в комментариях? Еще... Да, забастовки. Забастовок я не нашел. Документы должны. Забастовок нет, нет, не нашли. Не нашли? Вот тут здесь. Только вот это. Вот документы, ну, да, вот они, да. Вот. Совершенно секретно. В 1886 году на нашей фабрике произошли забастовки. Забастовки были связаны с тем, что хлоп поставлял некачественный хлопок, все туда-сюда, отсюда пошли забастовки. Поставал у нас на фабрике 12 тысяч человек. 12 тысяч, это из совершенно секретных документов. После, когда забастовки утихомирили, очень много было сослано в разных... У нас работало с разных областей. С Калужской области, с Тульской области рабочие были. То есть не только наши, высоковские. Серпов, города очень много было. И вот 12 тысяч потом уже раскидали их всех. Все, пока все на этом. Давайте так. Дальше идем. Вот мы говорим о нашем социализме. Люди на нем хорошо написали. Мы старый мир разрушим и новый мир построим. Люди на нем хорошо написали. Значит, у нас в 1817 году поставили памятник Владыкина. Вот он. У клуба. Но, когда в 22-м году умер Ленин, этот камень скинули, эти социалисты, а вместо него поставили памятник Ленина. Все помнят памятник Ленина. Потом вот эти социалисты, мы
Мы старый мир разрушим, а новый всегда построим. Вот и Ленин стоит тут, да? На этом же месте. Что следующее? Уже не стоит. Что следующее? Что следующее? Следующее. Его закопают. Снегурочка, Дед Мороз. Это мы говорим о социализме также. Я хоть не хотели пример говорить. Что такое социализм был, да? Все помнят. Наверное, никто не помнит, но все взрослые знают, что такое Павлик Морозов, да? Павлик Морозов был построен героем социализма. Это не пионер. Ну какой же он пионер? В той деревне, где он жил, пионерской организации не было. Ему подвязали галстук, и он стал героем нашего социализма. Символом социализма. Все это знают. Что предал так же, как родители. Символ революции у нас в Азовске был Владыкин. Символ революции. Но это был 73-й год, 30-й. В принципе, алкоголик, пьяница, бабник, просто. Да и ладно. В книге Юдина написано, что они ездили в Борисово, в Кедровый Бор и кутили там. Когда получали зарплату, уходили во враг и пили. И там, ну, пьянцы. Его назывался раньше пьяный овраг. Но когда пришел социализм, его назвали комсомольский овраг. Помните, да? Кто это помнит? Какие интересные факты. Да, комсомольский овраг. Майор. Ну, зверь, вот мы видели, да? Вот он, зверь, да? Мужик с крыльями. У меня есть родственник, посол. Он сейчас он умер, говорит, он возмущался в свое время. Как же так? Арсений Григорьевич, построил комбинат, выстрел, благодаря ему стал клин развиваться сильно промышленно. А памятника нет. Он все возмущался. Но у него памятник есть у зверя, он в Одессе кладбище. И вот поставили, когда он уже умер, поставили памятник Арсению Григорьевичу. Так. Ну, а теперь, ребята, мы перейдем к самому главному. Это я против Володя. Покажите герб, ну. Это как герб. Вот он герб. Это автор все Григорьевский, автор да, Володя. Ну давайте посмотрим. Я все время Олега спросил, это герб или не герб? А где шпуля? То есть, а где этот челнок? Челнока-то нет. Шпуля на шпуля, ну что это такое, ребята? Ивана не помнящие. Я когда приехал, подожди, Олег, не говори ничего. Я просто говорю. А тут здесь дети. Все, обиделся. Нет, не обиделся, я просто говорю, как это есть. Но человек официально признан автором герба. Да, официально признан. Вот Олег скажет, он работал на 38-м каплете. Как это шпуля на шпуля? Как нитка идет шпуля на шпуля? Нитка идет с челнока на шпулю. Несите знамя, пожалуйста. О, Господи. Олег Прохорович, при вас же было, утверждали, да, этот герб? Да, было. Было же официально все признано. Покажем настоящий герб нашей фабрики. Но люди забывают все. Обижаться не надо. Вы забывали. Олег даже этого не знал. А мы находим эти документы, находим символы эти. Олег Прохорович, ваше упущение. Нет. Как же вот мы нашли знамя, которое нам подарили. А вот на нем наши Зобовские. Да. Вот она шпуля, но она идет из челнока, а не шпуля на шпуля. Вот правильное, как Олег скажет. Это правильное. Это уже в 22-м году было. А мы придумаем новое. Мы старый мир забудем, а новое все построим. Да, вот вторая половина этого знамени. Вот такой нам подарок сделали наши местные жители, который валялся в подвале. В этом самом. А, Галина Валерьевна, а где обнаружили эти? Это кто-то схоронил у себя. Ничего себе. А вот смотрите. В гараже. Ребята все помнят даже. 15 республик, да, в Союзе? 27 год. А здесь сколько республик? Ой, отдайте А на этом герпе всего 3 республики. Украина, Белоруссия. Повыше, да? Украина, Белоруссия и что у нас? И Россия. Вот такой у нас подарок. Мы его отреставрировали. Заклеила 100 дырок сзади. Ну, бархат, шелк. Все. Повесим музей. Потрясающе. Повесим музей, да. Так что раньше наши предки фотографировались на фоне этих знамен. Может быть, сейчас будем детей принимать пионеры будем. Ну, самый главный вывод какой, ребята? Вывод какой? Не 1940 год, а 1876 год, август, когда был основан город. А мы все говорим 40-й. Но забыл социализм этих наших капиталистов. Они ненавистные были. Они эксплуататоры были. Но ты
почему-то к этим эксплуататорам нельзя было устроиться на работу. Ни детям, ни взрослым очередь огромная стояли. Ну, у меня на этом все. Вячеслав Моисеевич. Да, да, сейчас. Мы сейчас обсудим, конечно. Ключ-то. Вот, спасибо. Да, все нормально. Мы прошли по ступеням. Ребята, у вас, конечно, может быть, все смешалось в ваших головах, потому что и кнопы здесь, и пробы, и так далее. Но со временем все это разложится по полочкам, так кто будет заниматься. Но самое главное то, что коснулось как раз той фабрики, которая явилась основой для создания потом поселка, а потом уже и города. И самое еще очень важно, что как раз вот эта вот группа суперстар, которая является эта группа есть, суперстар, она проделала огромную работу. И вот эта работа связана с историей как раз и города, и самой фабрики. И как тут не вспомнить слова Александра Сергеевича Пушкина? Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно. Не уважать онных есть постыдное малодушие. И очень хорошо, что вот вы, школьники, пришли сюда, что-то у вас что-то такое останется. И, конечно, уважение к этой фабрике, которая явилась основой. И мне еще очень приятно, что сегодня я услышал, для меня благодатное сообщение. То же самое, как вот увидел эти знамена сейчас первый раз, это, конечно, уникально, да? А второе, что вот Александр Валентинович сегодня принес очень хорошую весть, как вот птица прилетела, про Сергея Киселева. Чуть-чуть поделись. Ну, это я потом. Да, вот я, Александр Валентинович, да, я. Да. Ну, во-первых, спасибо тем, кто догадался сегодня на это абсолютно историческое заседание в ОПИК пригласить школьников. Это просто очень здорово. Сегодня не просто заседание в ОПИК, оно имеет исторический смысл. Почему? Во-первых, благодарю докладчика за интересный доклад. Ребята, вам мы-то все это знаем, вам это было интересно слышать. Мое мнение такое. Мы каждый год в сентябре месяце празднуем так называемый день рождения Высоковска. Только вдумайтесь в эти слова. День рождения. То есть получается как? Извините, школьники. У нас женщина в 40-м году родила мальчика, которому было уже 70 лет. Именно так. Потому что город появился в 40-м году, а в нем уже была градообразующая фабрика, на которой работало 5000 человек. Было построено 8 казарм, где большая часть жителей жила. Была построена социальная сфера, лечебные учреждения, училище, народный дом. Все это было построено. И не той властью, которая как бы назвала город в 40-м году. Поэтому я считаю категорически, исторически несправедливым считать дату рождения Высоковска 40-м годом. Вот у нас есть, для того, чтобы официально назвать дату основания, нужен исторический документ. Такой документ у нас есть. Вы его видели на экране. Докладчик сказал, это разрешение, выданное губернатором на строительство Высоковской фабрики Кашаеву и Васильеву. Но там написано как? Вблизи сельца Шипулина. Почему? Потому что тогда географически было только одно название – Шипулина. Но где они дали место для строительства первой вот этой кирпичной фабрики двухэтажной? На холме, который назывался Высокое. И вот отсюда и пошло Высокое, Высоковская фабрика. Как же так? В 1879 году люди создают товарищество Высоковской мануфактуры, а города еще не было. Это нонсенс. Это было крупнейшее предприятие в уезде. Сюда привозили передовое оборудование с Англии. Уже все это было. И поэтому я считаю категорически, мы должны вернуться к этому вопросу официально, признать датой основания Высоковска 1876 год. И как бы постскриптум хочу сказать, вот Володя наш художник, он, конечно, талантливый по-своему сделал. Я
герб был утвержден, дали проход, да. Все было официально. Мое предложение такое, я впервые увидел вот эти знамена, это, конечно, уникальное. Да, я вот еще хочу сказать, благодаря вот этим людям, которые, как хотите их называть, там, активисты Высоковского, это как угодно, это люди, которые 7 лет возрождают историю нашего города. И они, именно они первые сказали, нет, Высоковск начинался не в 40-м году. Он начинался тогда, в Некрасине, с общины староверов, с Кашаева, с Васильева. Вот оттуда все это начиналось. И когда мы 2 года назад, дай Бог доброго здоровья и Алене Дмитриевне, и всем, кто помогал в этом деле, установили памятник основателю, так надо быть логичным до конца. Памятник стоит, и мы должны назвать настоящую дату основания Высоковска. И когда мы, я надеюсь, мы примем такое решение после обсуждения, и вот тогда, может быть, вернуться к вопросу, и уже вот этот герб, который изображен на знамена, и утвердить его как... Да, да. Вот. Держал совет депутатов. Ну, сейчас уже как бы это все в прошлом, да, и будет это справедливо, и исторически все это обосновано. И тогда мы расставим все точки над «и», и это будет восстановление исторической справедливости. Спасибо за внимание. И я еще хочу сказать, число не октябрь-сентябрь, а 21 август. Август, совершенно хороший верно, день, хороший, время, хороший да. день. А, да, по поводу, вот, Вячеслав Моисеевич просит. 2 недели назад, благодаря Алене Дмитриевне Сокольской, у меня была встреча с новым владельцем фабрики Сергеем Николаевичем Киселевым. Он предприниматель, он уже давно занимается предпринимательством. Вот. И мы с ним встречались по поводу, он потом окажет нам содействие в ремонте этого помещения. Вот. Интересно, я услышал от него, что оказывается у него в родне кто-то был, я точно не помню, то ли там... прадед, то ли кто, подрядчиком на этой фабрике. И он говорит, меня исторически, мне когда папа рассказал про это, мне исторически стало интересно это здание, поэтому он его приобрел. Ну, вы знаете, вот было тут не так давно пожар, к сожалению. Он восстанавливает, у него очень хорошие планы. А насколько я понял, он приобрел, или в стадии приобретания, училище двухклассное. Он готовится приобрести дом фельдшера, двухэтажное здание, расселяет там семьи. И в этих зданиях он планирует разместить женскую православную гимназию. Так что замыслы очень хорошие, дай Бог, чтобы они сбылись. Все, спасибо. А, скажите, а как Высоковск назывался до революции? Город? Поселок, рабочий поселок. А, рабочий поселок. Ну там разные названия, вплоть до того, что вот интересное название Новый базар. Новый базар, да. Новый базар. Почему? В Некрасине. Да, но я так предположение у меня есть, но вообще это только предположение. Так что спасибо. Меня вот как раз это очень радует, что Киселев, потому что Киселев действительно меценат, и он уже показал это на деле. Я не буду говорить о том, что он сделал в Клинском районе, но сделал он уже многое, очень многое. Нам он, клинчанам, больше известен как владелец, один из первых Бородино. Фирмы от и до, по-моему. Да? Бородино, компания Бородино. Бородино, да, вот и до, и вот потом дальше. Да. Бородино, да. И потом он вкладывал очень много. Я думаю, если он возьмется и, наверное, взялся уже за это дело, а он человек серьезный, это будет только большой плюс для Высоковска. И дай Бог, чтобы там что-то будет, или, может быть, уж я про фабрику одно дело, чтобы фабрика хоть задавила, там что-то закрутилось, завертелось, да. Ну и вот это вот училище, где или женский гимназия, или еще что-то будет. И самое главное, там будет создан концертный зал. Вот именно, там вот такое помещение. Потрясающее, да, да, и с такой акустикой. Это же вы будете, вот, вы дети будете туда ходить, это же там, какие концерты, какой хороший зал. Он вообще, с точки зрения... архитектура вообще выглядит великолепно. Вячеслав Моисеевич, и ведь рядом же будет построен новый храм, да, уже проект это, готов. В общем-то, будет очень красивое и очень нужное место для Высоковского. Там-то вы себя, молодежь, покажете. Вот эти вот наши асы,
танцев классических, и вы там будете балы танцевать там, балы, и все, и первые у вас будут свидания, и первые танцы, и так далее, и все это будет у вас. Я сейчас разошелся, как Остап Бендер. Ну, надо помечтать. И вам полетят самолеты, и метро. Кстати, вы знаете, что существует уже проект железной дороги до Высокого? Вы знаете, как раз сегодня я думал над этим вопросом. У вас очень большой тормоз. Тормоз, потому что у вас вот это... Федеральная трасса вас перекрыла, железную дорогу. Почему вы разобрали-то ее в основном? Они же перекрыли, она федеральная. Аквадук называется, виадук, вернее, на Днина. Ну ладно. Так, сколько у нас времени? А то мы ребятишек держим, так 45 минут у них академический час. Я думаю, надо их отпускать. Ну тогда мы сейчас перейдем. Вот Татьяна Ивановна все ждет, когда мы... Чуть-чуть вы послушаете, где-то минут 7-8. И потом у вас отпустят. Ой, можно подумать. Это, наверное, вместо химии какой-нибудь. Интересно. Мы великолепно. Спасибо за это. Итак, Татьяна Ивановна Кочеткова, которая последний год не вылезала из архива. Она в московских архивах копает каждую бумажку. На основании этих документов она подготовила вот проект, макет, вернее, новой книги «Дело высоковских ткачей». Пожалуйста, дело прокурора. Я сразу скажу, что выступающие все замечательно говорят, но дело в том, что у меня материал основан исключительно на архивных данных. То есть все, что я говорю, любую фразу я могу подтвердить. Значит, то, что сейчас стали говорить про город, мы тоже этим вопросом занимались. На самом деле, даже основание Высоковска, если уж правильно считать, все-таки 1863 год, когда фабрика была основана в Некрасино, и Атлас Матисина дает эту информацию. 1863 год. Но вся беда в другом. Дело в том, что в 1940 году постановлением Совета министров 25 городов получили статус города. И многие из этих городов пытались оспорить дату своего основания, то есть раньше. Никому это не удалось. То есть есть определенные документы, которые говорят, когда можно назначить. Интересно, что бывает. Вы знаете, какие вещи бывают? Вы ведете раскопки какие-то здесь и находите, например, слой культурный 9 века. Вот тогда вы можете доказать. А в остальных случаях вряд ли. Татьяна, я сразу скажу, Высоковск не надо равнять с другими городами. Мы особенные. Нет, там, и мы добьемся все равно. Там точно там, такие же. Нет, я просто вам говорю, потому что я смотрела эти документы. Значит, почему я написала эту книгу? Я скажу вам. Значит, толчком послужила, у нас, помните, здесь была встреча, на которой как раз присутствовал Василий, он в YouTube выложил информацию, и мне пришло письмо от потомков Григория Лаврентьевича. Почему эта книга была написана? Потому что люди ищут, и я скажу вам больше. Вот вы не знаете, что ваши родственники в дальних каких-то там слоях, они могут быть родственниками Кошачьих. Потому что кроме Григория Лаврентьевича, кроме его брата Никиты, у него еще было три брата, Иван, Матвей, Андрей. То есть вы можете вполне идти от этого. Сестра не была Пелагея замужем, поэтому мы говорим только о мужчинах. Вот. Значит, эта книга написана исключительно для вас. Более того, я собрала здесь, нашла даже подворные записи деревни Некрасино, и там, значит, можно посмотреть, то есть если вы пойдете от обратного, то вы, может быть, можете найти своих родственников. Потому что мы таким вот таким образом нашли детей Кошаева. Я сейчас немножко просто выписки какие вам прочитаю. Высоковск для краеведа – это благодатная целина Непахна, это для вас. В самом деле. Что мы имеем в 200-летней годовщине со дня рождения его основателя Григория Кошаева? Две брошюрки автора Николая Сулейкина «Воспоминания Григория и его племянники Иване» и интернет-версию высоковской ученицы Ольги Чернышовой с ее учениками «Городок из красного кирпича» о периоде создания товарищества высоковской мануфактуры с привлечением иностранного капитала. Значит, здесь я в своей книге пишу все, что делала группа «Суперстар», как она откапывала эти... камни над гробом и так далее. То есть все об этом у меня здесь написано. Здесь мне хотелось бы прочитать вам письмо, которое прислал вот мне родственник, прямой вот этот потомок. Я сейчас объясню, кто он. Значит, они пишут мне вот такое письмо, ну, вот вступление.
Часть вашего доклада о родоначальничестве хатского дела Высоковского была совершенно убедительна для меня. С этим утверждением я был знаком по вашему тексту, кто был родоначальником хатского дела Высоковского. Однако, мои вопросы с вашего разрешения связаны не с градостроительной и предпринимательской деятельностью Кашпера, а с его частной, не знаю, какое бы слово было корректней, личной, семейной жизнью. Насколько я понял, все известные, в том числе ныне здравствующие родственники Григория Лавритовича, это дети, внуки и правнуки его племянника Кашаева Ивана Никитича. Правильно ли я понимаю, что родной брат Григория Лавритовича, Никита Лавритович, имел законного сына Ивана, и уж что у самого Григория Лаврентьевича законных детей не было. На самом деле, когда мы разбирали вот эти вот вопросы, логически увязывая все возможные цепочки, я посмотрела, я где-то порядка, ну, более сотни дел точно, то есть они все здесь зафиксированы. То есть какое дело, если вы поедете в архив, вы найдете фонд, опись, дело, закажете это дело, вы увидите все, что я вот тут написала. Известно, что Григорий Лаврентьевич принадлежал Беспоповскому, Старопоморскому и Федосеевскому согласию, а именно федосеевцы были наиболее радикальными среди староверов-безбрачников. Неприятие брака как такового из экономической невозможности совершения таинства венчания подразумевало и невозможность иметь узаконенных детей. Но тогда каким образом брат Григория Лаврентьевича Никита имел законного ребенка сына Ивана? Могло ли быть такое, что один брат был крещен в федосеевском обществе, а второй нет? Или же это могло быть то, что до 1920 года называлось половинками, когда один из супругов не имел федосеевского крещения. Почему я беру именно вот этот период? То, что касается фабрики, о которой сейчас рассказывал Борис, эти материалы есть. Они есть и в материалах вот, учеников Ольги Чернышовой. То есть все вот это вы можете посмотреть. А вот эти материалы, которые я написала в своей книге, их никто еще не видел. То есть эти документы, которые я открывала, этих дел не видел ни один человек. Почему я так говорю? Потому что в каждом деле есть листочек, и мы там расписываемся. Их не видел никто. Так, в своей статье вы упоминаете материал о проведении расследования по доносу крестьянина Иванова о злоупотреблениях раскольников Беспоповической секты в деревне Некрасино Клинского района. Нет ли в этом деле фактов о личной жизни Кашаева? Интерес к личной жизни Григория Владимировича не досужий. Мой двоюродный брат Гусев Петр Львович, сын Гусева Льва Петровича, сына Гусева Петра Григорьевича, сына Гусева Григория Григорьевича, сына Кашаева Григория Владимировича, праправнук Кашаева, и в семье нет никаких документов, подтверждающих это родство. Есть только передаваемые устные истории, например, о том, что Григорий Григорьевич Гусев работал на мануфактуре своего отца, и о том, что портрет Кашаева, вот тот, который показывали на экране, он висел в доме деда, отца моего двоюродного брата и так далее. Каждое лето ребенком мой двоюродный брат ездил в Высоков с улицы Владыкина 10 к своей бабушке Гусеве Евдокии Федоровне, жене Гусева Григория Петровича, и став взрослым, он не перестал бывать в Высоковске, и каждый раз по возвращении говорил мне: выйдешь на пенсию, попробуй что-нибудь разузнать об этом деле. И вот я на пенсии. Вот это дело, о котором я говорю, о доносе крестьянина Спиридона Иванова, он написал московскому губернатору письмо о том, что вот здесь беспоповщинская секта, вот они живут неузаконенные браки, вот они его сокращают в эту секту и так далее, что они ему жить не дают. На самом деле это был не очень порядочный человек, он дважды попадался на краже, но тем не менее, вот это дело, оно огромное дело, первый том занимает 144 страницы, а там этих томов 5. Вот в этом деле куча фамилий, как раз фамилий многих из ваших родственников. И в частности, там как раз есть все дети, все внуки тех, кто в это время находился в городе. Значит, вот тут еще нашла совсем недавно, буквально совершенно случайно, когда ты роешь дела, ты не знаешь, что ты там найдешь. Местный уездный становой пристав просит сведения у председателя судно-сберегательного товарищества Ивана Никитича Кашаева о товариществе. Давайте вспомним, в материалах Талисмана по фабрике 79-го года упоминается это самое товарищество. Председатель дает эти сведения, датированные августом 1893 года, в которых, в частности, указано, что судно-сберегательное товарищество в Некрасино
открыта 3 октября 1873 года. Это и дата утверждения устава, и находится оно в его собственном доме. То есть мы сейчас уже точно знаем, что вот это здание, которое Сулейкин называл зданием судно-сберегательного товарищества, на самом деле это была шерстяная фабрика Гучкова, то есть в материалах 49-го года есть. То есть этот вопрос мы уже расследовали, мы его решили. Ну, нашли официальные данные, скажем так, тут уже никаких споров быть не может. Вы знаете, вот тут нашли тоже интересные очень вещи, потому что сам Петр и его брат Владимир, они тоже работали в архивах. И они нашли архивы. Дело в том, что первым сюда, знаете, кто приехал, какой родственник Кашаева? Вот это был Иов Евдокимов. Иов Евдокимов, это был дедушка Григория Лаврентьевича. То есть они приехали сюда вместе со своим, не только Лаврентий, еще два брата его было, Агей и Василий. И вот когда начинаешь рассматривать вот эту вот историю, получается очень интересная вещь. Оказывается, вот этот брат Лаврентий, то есть дядя, получается, Григория, он имел сына Василия Васильева. А вот этот вот сын уже имел своего сына Ивана Васильева. И вот этот вот Иван Васильев, и получается, что он давал деньги на строительство первой фабрики. То есть он фактически, получается, был как бы двоюродный племянник. Ну, вообще у них родственные связи все были очень такие вот четкие. Там все это прослеживается, все это можно посмотреть. Мы пишу обращение к родственникам, потому что сейчас до сих пор и здесь у вас Некрасина есть. Есть родственники в Москве, я знаю, потому что люди уже кто-то звонил. Есть люди, живущие за границей, которые не очень-то хотят делиться и своими воспоминаниями, и теми материалами, которые у них могут быть дома. Поэтому я обращаюсь, естественно, к ним. Мы с Владимиром и Петром в это время еще не предполагали издавать вот эту историю. Не знали, как будут проходить наши поиски, и что и где мы сможем найти. Однако сейчас, когда мы прошли наш совместный путь и решили издать эту книгу, мы решили обратиться к читателям, имеющим родственные связи с фигурантами Кашаевского, Гусевского дела и ветвей братьев Григория Лаврентьевича. Мы точно знаем, что сегодня и в Высоковске, и в других регионах, в том числе за пределами России, живут и здравствуют сегодня потомки Григория Лаврентьевича и его братьев. Знаем, что они имеют на руках документы, фотографии, переданные из уст в уста истории, возможно, личные вещи. Но их нежелание делиться с миром – это их совершенно законное право. Допускаю, что эта книга может попасть, не просто может, она точно попадет в руки кого-то из этих потомков, и они увидят в ней неточности и несоответствия. Заранее приносим свои извинения, никак не желая оскорбить ваши чувства или исказить информацию. Ведь мы, находясь по сравнению с вами в положении наименее выгодном, работали только с сохранившимися и доступными нам источниками. Ну, вот как раз здесь, в этой книге, мы разрабатываем только одну линию, именно правнука Григория Лаврентьевича, который является прадедом Петра Львовича Гусева. Думаю, что среди многочисленных потомков четырех семей, пришедших в Некрасино почти 250 лет назад, найдутся такие, кто последует нашему примеру. И это, думаю, есть та главная причина, по которой мы хотим донести до людей историю высоковских ткачей. Есть другая линия, линия второго сына, о котором нам ничего не известно, кто возьмется за это. Я думаю, что кто-то из вас, возможно, захочет заниматься историей. Мы нашли этого второго сына, это мальчик рождения 1856 года. А нашли мы его вот как. Его мама Пелагея, мы узнали, что жену его звали Пелагея, она пошла крестить своего ребенка. И пошла она крестить Кузнечикова. Дело в том, что, вот, скажем так, я пишу по тексту, что деревню Некрасино уже оприходили. Поскольку все события происходили там, то там переписали каждого крестьянина, каждого ребенка. Все буквально. За ними следила церковь, смотрели, чтобы они ходили туда, обязательно принимали крещение, чтобы они приносили детей, чтобы они там каждый год исповедовались и так далее. То есть вот эти документы, о которых я сказала, это дело по заносу, там 5 томов, и плюс еще документы духовной консистории, 202 фонд, они ну, дают вот картину очень яркую. И если даже, получается очень интересная вещь, очень многие некрасинцы, ну практически почти все, ну кроме, наверное, Григория, они вынуждены были все-таки крещение принять.
Они крестились и венчались. А сделали они это по той простой причине, что им просто некуда было деваться. А деваться некуда было почему? Потому что если супружеская пара имеет детей, то их брак признан незаконным. Да это ладно. И дети признаны незаконно рожденными. Но вся беда в том, что согласно законам, изданных Николаем I, эти дети не могли быть приписаны к некрасинской общине. И получалась абсурдная вещь, когда мы поехали на экскурсию в Москву, нас пригласили Петр и Владимир Вячеслав Моисеевич. Ездили, они заказали индивидуальную экскурсию по Преображенскому, там это музей сейчас, да, и нам очень много как, вот, поставило на свои места какие-то вот факты, которые мы не могли никуда втиснуть. Первое, что мы увидели, это детский дом. Мы настолько были удивлены, откуда он вообще в Федосеевской, где никогда детей не бросали. Там такого просто не могло быть, поскольку они все были в родственных связях, и до восьмого колена они соблюдали все эти родственные связи. Там даже были браки запрещены среди вот родственников. Такой. Поэтому у них и больных детей не рождалось. Как это дети могли оказаться без родителей? Оказывается, все было очень просто. Там детей просто прятали. Ну, чтобы их не отняли у староверов и не отдали в какие-то православные семьи. И второе, вот Федор Алексеевич Бучков, который фактически явился основателем ткацкого дела, потому что Григорий Лаврентьевич родился только в 20-м году. А в 1790 году, когда сюда пришли староверы, причем есть предположение о том, что все староверы, пришедшие и в деревню Некрасино, и в деревню Кузнечика, и Ситникова, и так далее, они все принадлежали к одному согласию. В частности, Федосеевскому Поморскому. Потом произошло разделение, а почему? Потому что территориально они жили в разных деревнях. И причем, что интересно, вся вот эта земля, которая находилась между этими деревнями, включая и хутор Лобаниху, это вот как раз где находится кладбище, купленное у Васильчика в 1903 году, все это принадлежало Гучкову. То есть по официальным документам и владел Гучков. То есть он купил всю эту землю. До него, может быть, кто-то другой покупал. До этого существовала практика такая. Когда в Москве началась чума, это такая краткая история, то больные люди из Москвы просто побежали. Это был какой-то 1671 год, по-моему, да, чуть не помню. Просто они побежали из Москвы. И тогда было принято решение издать указ, мол, найдется кто-нибудь, кто вот остановит это дело, кто возьмет на себя лечение чумных больных. И вот нашелся представитель вот этой общины, он сказал, мы возьмем, они построили больницу, и они брали туда всех чумных больных. Значит, единственное было условие, что они принимали старую веру. Некоторые люди выздоравливали. Выздоравливали, знаете почему? Потому что их, во-первых, хорошо кормили, во-вторых, применяли метод шоковой терапии. То есть их окунали в Хапиловский пруд, и у кого здоровье было получше, они выживали. И таким образом вот эта община, которая возникла в Москве, она узаконила свое владение. Но очень интересный фактор, когда человек либо умирал, либо просто вступал в общину, то его имущество отходило общине. Поэтому много домов в Москве было разобрано и сведено к этому монастырю. Потом предъявили Гучкову требования. Как же так, это не твоя земля? Тогда он ее купил. Тогда все стало официально. И поэтому, когда в 1790 году Преображенская община, Гучков еще был молодой, приглашала сюда вот этих вот староверов, это было не только в нашем Клинском районе, это было везде. Эта земля была куплена, это была не государственная земля. В частности, он купил ведь и вот эту Литинскую рощу, это вот где хутор ваш находится. Купил он ее официально, мы нашли этот документ, называется «Под покосы», и построил вот эту маленькую фабричку. Фабрика эта нигде зарегистрирована не была, но это как бы была рассеянная мануфактура, но была возможность скрывать доходы с нее. А, в общем-то, тут прижучить их было очень сложно. Они собирались и говорили, мы ткем для своих нужд, то есть ничего не сделаешь. И позже очень много вот этих маленьких фабричек было построено в самой деревне Некрасино. А потом, время шло, и людей заставили буквально, чтобы они платили подати, платили какие-то деньги государству, да, их заставили просто узаконить эти фабрики, они их на себя оформили.
Это то же самое, как сейчас самозанятость оформляется. И поэтому мы сейчас точно знаем, что до 1863 года в Некрасино были существуют эти маленькие мануфактурки. В частности, в 1862 году он на территории Григория Лавренча, своего, как он говорит, родственника, строит маленькую фабричку. А до этого там еще было несколько, они в делах все зафиксированы. Дело в том, что этот кто-то, родственник, это старший брат его жены Пелагеи. И он строит вот эту фабрику, к тому времени уже вырос первый его сын Захар. Хотя очень интересная история тоже с Захаром получилась. Потому что в официальных документах, которые искали родственники в Подольском архиве, его назвали не Захаром, а Григорием. Ну, чтобы скрыть непролетарское происхождение. Вот. Ну, сюда я много рассказываю. Татьяна, все. Я просто Татьяна вот увлечена, она может говорить буквально полтора часа. Книга интересная, книга сложная, очень сложная. Да. На слух ее трудно даже воспринимать. Интересно в какой степени. Но еще лучше, когда вы ее прочитаете. Я думаю, эта книжка выйдет в феврале месяце и обязательно будет передана сюда в библиотеку не один экземпляр. А в каком издательстве? В Московчане. Да, вот, пожалуйста. Да, Александр Васильевич, пожалуйста. Владислав Моисеевич, да. Я, во-первых, Татьяна, низкий поклон. Такой титанический труд. Это, я представляю, сколько ты перерыл этих фолиантов. Низкий поклон. Сложно, конечно, эту информацию всю переварить. Но все-таки, Вячеслав Моисеевич, я бы хотел вернуться к главному вопросу сегодняшнего заседания. Вот то, что и Борис Васильевич, и я полностью поддерживаю, мы пришли к одному, что не 40-й год рождения Высокого, а вот здесь теперь, какой датой зарождения основания, вот здесь надо как-то уже определяться нам. 63-й, 67-й, но... 63-й, а 67-й откуда? 67-й выдано разрешение на строительство. 76-й, да, разрешение 76-й. Вот, Вячеслав Моисеевич, как мы дальше пойдем? Мы сейчас решим все, да. Но надо ребятишек отпустить. Да. Потому что вы так. Они не стремятся туда. И тогда разметали сюда столько. Надо переварить информацию. Да. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что вы пришли. Молодцы. Выслушали за вас несложный материал. Так что вы потом, я вам просто советую, потом почитать книги. И вот ваши боги. Как раз и Борис. И Александр, они дошли здесь. Ребята, по поводу, откуда взялось название «Маленький Париж». Значит, в Калинине, город Тверь ныне, такая же фабрика была, как у нас, и такие же казармы. И вот люди, которые жили в казарме, они свой райончик назвали почему-то «Маленьким Парижем». А наша фабрика с их сотрудничала. И вот это название перекочевало из Калинина, из Твери к нам сюда. И здесь высоковчанам понравилось. Маленький городочек такой, ничем, и вдруг какой-то маленький парень. 50 лет существовало это. Есть известный такой, ныне покойный, Михаил Круг. Вот у него есть песня посвященная, он говорит, я родился в маленьком паре. Это оттуда пришло, не потому, что у нас какие-то французы были. Это чисто сленговое такое с улыбкой название. Но оно уже, увы, в прошлом. Хорошо. Все, значит, мы к этому вопросу, отдельным вопросом вернемся. Обязательно в начале января, 9 января у нас будет второе заседание, мы как раз не так собственно сколько. А мы живы будем делать. Спасибо, ребят, вы можете. Вам спасибо большое. Да, спасибо. А мы продолжим. Мы знаем, что в Москве в совершенно заброшенном состоянии находится дом Джейн Макгилл, в котором она проживала до революции. Это в районе Каланчук. И суровые годы, которые настали, суровые годы настали, да, мы помним этот хор, который в собачьем сердце исполняет. Господа, давайте послушаем, а? Исполняет этот гимн. Вот в эти суровые годы Джейн Макгилл, идя из этого дома в стужу, в февральскую стужу, дошла до дома в Вознесенском переулке, который вот церковь, мы посещали. Жизнь, да, церковь Андрея Первозван. Завтра праздник, кстати. А почему и она Андрей Первозван? Она пошла там, не сказали. Быстрее выгнали. Потому что ее... Вот правильно вы сказали, из собачьего сердца. Вот пришли вот такие, как эти. Вот
все дело в том, что женщина, пока шла от Каланчевки, транспорт не ходил, никаких ни трамваев, ничего не было. Она простудилась, заболела, и на руках у пастора, который вот в тот момент... Это советская власть отблагодарила ее за то, что она сделала. Она ведь почетной гражданкой Москвы была. Для нашего города сколько сделала. А вот эти большевички, которые в 40-м году город назвали. Могила ее затеряна. Может быть, я, конечно, не знаю, не могу это утверждать. Все-таки могила Роберта, могила, она в отличном состоянии. На Веденском кладбище. Кладбищником является. К этому участке. Да. Но дело в том, что она находилась на нашем, на 5-м участке. Но дело в том, что там как... Никто не ухаживал, на этой могиле еще сделали еще одну. Еще похоронили. Уходили, смотрели. И вот, я думаю, может быть, все-таки удалось ее захоронить. А ее никак, эта могила никак не сделала. Оказалась могила на могиле. С Андреевской церкви тоже ищут. Они даже у нас ее искали. А может, говорит, она у вас где захоронена? Вот когда приезжали шотландцы, вот эти Андреи, с Андреевской церкви. Ну, я, к сожалению, немножко, совсем немножко копнула на профсоюзный дом 80, вот обнаружила там все вот эти вот. Да, это было одно из первых зданий, откуда она ушла, которое было передвинуто в связи со строительством железной дороги. Вот именно это здание. Его еще так интересно передвинули, не разрушив. И оно в заброшенном состоянии, там никто не проживает. Никак это здание не используется и прям вот. Ну высокость перенести не получится. Перенести его отодвинули, чтобы проложить. Причем РЖД. Зато рядом отель хороший стоит, ее же. Построено ей же. Да, ее здание просто сейчас отель там находится. Для VIP-персон. Они же предвид были здания. Дипломатических каких-то. Ну понятно. А у меня тема 41-й год, как вы знаете. Да. И мы приглашаем вас в пятницу в 18 часов в КДЦ будет концерт, посвященный как раз герою. Да, да, да. А 12 возложения. 12 возложения, 18. 15-то вот мы все приедем, там кнопки у нас побольше. Не я одна. Мы приедем на закрытие уже выставки, ждем и ждем. Да, вот и будем дальше ее как-то эту тему почтово-полевые станции в годы Великой Отечественной войны продвигать нынешний наш мэр. Если вы обратили внимание, история его семьи вот в том кинодокументе, киножурнал, который вот на этой выставке мы показываем. Так что просим посетить нашу выставку, пока она еще здесь у вас, и надеемся, что ну да, вот в вашем замечательном клубе построенном. Ходят туда каждый день, школьники каждый день ходят. Один класс, другой, потом приходит, там девочки проводят, интересно, да, проводят лекции. Она все хорошо, интересная, и те, кто потерял своих разных близких, все-таки она хоть что-то, но может прояснить, хоть что-то кому-то может прояснить, как-то кому-то может помочь. Я рада видеть книжечки, которые мы в свое время сюда привезли. Хотела привезти сегодня еще одну, как раз посвященную партизанам. Партизанам Высока, в том числе. Вот. Но мне кажется, гораздо интереснее, конечно, если вы сами проведете подворовый опрос, и вот эта вот информация, к которой теперь историки Великой Отечественной войны относятся с большим вниманием и интересом, будет как-то вот в ваших изданиях, документах отражена на территории вашего замечательного арт-пространства. Хотя мне, конечно, хотелось бы, чтобы эта информация нашла место в краеведческом музее, но, увы, в краеведческом музее нам места нет. С нашей темой народное ополчение. Там всего-навсего 2 квадратных метра, и
мы благодарны уже за то, что есть. Ну, мы нам вытянем информацию, в общем-то, и мы будем себя... Но в нашем месте... И самое главное... Место есть, в случае живо будем, сделаем это. Благодарна Высоковску, что у вас памятная доска. Памятная доска на клубе. А вот в Клину только партизанам на улице Ленина 8. И наша задача, конечно, чтобы там появилась... Такая же, прямо вот рядом, маленькая. Она недорого стоит. Нам не нужен памятник до небес. Нам нужно, чтобы было отмечено, что Клинский батальон был сформирован на Ленина. Я вам скажу так, что вот насколько сегодня была приятная вот эта вещь Александру Валентиновичу Путисереву, да, настолько я, к моему личному сожалению, что у нас выбыл наш Петр Липатов. Да, бог с ним. Я почему говорю? Потому что мы, к сожалению, не все знаете, что он делал. Он проделал огромную работу. Потому что в его ведении были все воинские захоронения, все культовые... Вы знаете, очень много было сделано в храме Поджигородова Михаила Архангела. Очень много было сделано вот по... храму Знамения теплые, которые сейчас взяты на консервацию, он дошел до патриархии. И вообще для нас это была палочка Луначанская. Мы же выезжали все время туда-сюда, и у нас проблем не было. Сейчас уже возникает проблем, потому что там он был в администрации, он всегда решал эти вопросы. Вопросов было уйма. Он просто не успевал везде, и к нам он редко приходил. Но он всегда был информирован, что нужно сделать. Мы его потеряли. Он сейчас стал предводителем смоленского дворянства уже. Вашему повышению. Опять попросил побратима Крина. И это очень... А? Что попросил? Раньше. Да, и вот там, конечно, заниматься. Но пока у нас вот сейчас такой крепкий замен. Хорошо, вот Александр Валентинович еще поддерживает ниточку с администрацией. Но будем надеяться. Уже стыдно, уже сколько можно. Ну, теперь давайте дальше перейдем. Я сразу перехожу к информации. Вот 25 декабря, то есть 21 декабря, вот это я считаю, вот запишите, в 16:00 будет в нашем краеведческом музее, вот такая фишка, Клинский краеведческий музей в 2023 году, в 16:00 будет проводить вот эту конференцию «Итоги научных исследований». Я думаю, надо прийти и послушать, какие исследования, что они там сделали, что у них там, наверное, свое что-то есть. В выставочном зале Карапаева. А? В выставочном зале Карапаева. Выставочный, да, музей туристический. Да? Да, выставочный зал Карапаева, вы поняли правильно. Да. Это будет в 4 часа дня, 21 декабря. Это, по-моему, у нас не было 19, да? 21 декабря на день рождения Зубачева и Сталина. Я вот сразу не помню это. Вот. У кого будет возможность, приходите. 21 декабря. Это первое. Второе. Завтра в 15:00 наша газета, я называю ее именно нашей газетой, потому что она единственная осталась. Мы там только можем выражать свои мысли. Там очень много интересных статей. Вот Вася там буквально все, он буквально в курсе всего выпускает. Да, да. Завтра вот как раз собираются тоже в этой недельке, ну там узкий круг. И они просили, кто желает от нас, да, прийти туда в 3 часа. Я думаю, как раз вот Виктор Александрович, вы подойдете. Владимир Иванович, сможете подойти? Если сможете, подходите недельку. Анатолий, от Высоковска, Олег. А что тема? А тема там у них как раз вот о тех мероприятиях по подрастающему поколению особенно. И вообще о... Работе газеты вот в следующем году. Какие наши предложения, тем более они выиграли грант, да, редакция выиграла грант, и возможность есть на год, им даже у них там увеличилось место вот так для статей, рассказов, особенно вот краеведческого материала. Так что кто желает, кто может, ну, Юрий Петрович, я знаю, работает. Галина, вы есть, может, нет, с Борисом подъехать? Или Александр Валентинович, я знаю, хромает. Завтра. Да, ну от Высоковска желательно кто-нибудь может подъехать. Опять пошла. Да, кто-то от Высоковска. Ну это завтра, 15:00. А сейчас?
завтра 15:00. А сейчас? А? И сейчас еще. И завтра же, по-моему, да, 5 часов вечера. Сейчас я скажу, 5 часов вечера. Там будет выступать от Кривинческого музея. Это не так. А в первой библиотеке Лариса Михайловна Титова. Мой путь в Кривинской истории. Если у кого будет возможность, это будет... Это где, где она будет? Какая? Это будет в библиотеке на Красной. А, на Красной. 5 часов. 5 часов. А в 3 часа где? А в 3 часа. Лавровская часа. Дорога, дом 27. Клинская неделя. Недельки. Ну, кто придет 3, наверное, 5 уже не успеет. Я-то успею там и так. А вообще вот так имею в виду. И, по-моему, в четверг что-то еще было. А, вот. А, в четверг, если кто желает, то это просто кто уже желает. В 4 часа будет во второй библиотеке как раз памятная дата Константину Иосифовичу Петухову. В 4 часа будет библиотека вторая. Там как раз, да, 105 лет его замечательной книги «Елани», о Кривинщине. Да, вот именно как писателя. А где вы такую книгу взяли? Так очень интересный человек. Нигде. Да. Ну и теперь... Так, и теперь... И, кстати, статья будет в этой... Значит, вот Олег... Со слов внука его. Я все-таки, Борис Васильевич, я не сторонник вот так сходу... Я благочиние выпускаю. Благочиние выпускаю. 9 января мы первый вопрос... Опять уходят. Нет, нет. Как, на какой, это уже... Вот это мы все приняли. Это мы уже все утвердили, вот протокол и все, да, да, да. И вот по гербу все-таки, по гербу. А то мы как-то это сразу... И у нас наш это, художник замечательный, хороший. Но это неправильно, потому что на самом деле этот герб утвержден. Он утвержден, да, герб утвержден уже. Совет депутатов принял. Да, совет, и на сегодняшний день он является мы не можем, а Володя является автором. Мы не можем решать. Я с вами полностью согласен. Мне понравилось это знание. Да, это вообще шикарно. И вот это вот Чернов. Опять незнание того, что было. Да, а всего не узнаешь. А завтра какой-то новый материал спрыгнет из архива. И вы знаете, не узнаешь всего. Примем по городу, и можно будет вот этот герб утвердить новый. Давайте мы о герб еще конечно, раз поговорим. Конечно. Вот сегодня вышел этот вопрос, вот мы на 9 числа перенесем. 9 это будет второй вторник. Все праздники закончатся 8-го, и 9-го мы закончим до 9-го. Да, для 9-го уже тогда уже в календарь мы встретимся. Ну, а там да, пожалуйста. У меня вопрос. 9-го, 20-го, а в каком издательстве собирается эта книга выходить? У нас есть два издательства, через Союз писателей можно, через Союз писателей, да, это через редактора журнала «Никитские ворота», мы уже договорились, да, и нам издадут. И второе, и тоже есть издательство, адрес, мы просто решаем, где дешевле. Потому что скажите, пожалуйста, а вот как историки вообще, вот, ну, да. Сообщество историков вообще, они... Ну как-то вы с ними контактировали или. Нет. А кто такой историки? Вот если. Ну, вы знаете, ну вот, например, вот когда я слушал, как, значит, по поводу дела с Ткачей, я вспомнил, что вот, ну, пару месяцев назад, значит, в Москве вот я слышал, знаете, есть такое, такая, ну, как бы, вот, микроистория. Я с вами полностью согласен. Да, да. Вот, ну просто как бы взгляд на историю, как на микроисторию. И на самом деле это большое такое движение. Хорошо, я с вами согласен, я вам скажу. Я с вами полностью согласен. Но сегодня немножко другие времена. Если мы обратимся к ним, поверьте мне, надо будет платить. А там, или же наш материал. Нет, я не имею в виду, что. Или и наш материал уйдет в корзину, и донежать, вот два. Нет. Нам некогда. А мы издаем за свой счет. Нет, так это я понимаю. Да, я не к тому, чтобы, так сказать, там просить рецензии какие-то у историков, да. А просто на самом деле, вот, ну, есть например, кажется, даже в интернете, если набрать, то ли битвы за историю, то ли война за историю. Ну, много. Вот и посмотреть. То есть, понимаете, я, например,